Хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, форум, ОЛТВ, фуфло какое-то, Дэн, Кирилл Геймер, Колбаскин, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет, Усики. Всем привет. Всем здорово, йоу. Всем нравится, когда мы разрушаем гигантские здания. Сегодня будем эти здания гигантские разрушать джавелином. Если тебе, девушки, приятного аппетита, а мы начинаем все разрушать. Так, ну что, пацанчики, вы даже не знаете, да, как оно будет разрушать? А я проверял немножечко. Давай, Дима. Смотри, полетело. Ой. Ой-ой-ой, как красиво. Ребята, ролик заслуживает 100% вашего лайкосика. И залетайте в наш Дискорд, пообщаемся. А, еще можете зайти в мой Инстаграм. Так, полетел. Опа. Ой-ой-ой. Я упал. Это надо сюда перезаряжать, я забываю это. Ладно, шутки прочь. Че ж должны и вы поиграть? Бум. Целое, да? Двое только? Да, ты, пупсик. И Саня сдох. Ой-ой-ой. Не надо. Не выжил. Выжил? Центр стреляй, они там. В центре? Саня, хорошо. А там оно как-то автоприцеливание странно срабатывает. Но... Кто там, еще есть живые? Да, двое. Да. Хорошо, пацаны. Убили. Так, вижу, 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 вижу. Вижу движение. Давай. Да, в меня. Ух ты, ой, что ой, это ой, было ой, красиво! Ой, это было эпично, да, пацаны? Ракета еще так мощно струю запускает. Но... Ой, лагает, ребята, подлакивает у меня жестко. Нормально, нормально. Нет, нормально, все прошло. Да. Так, кто еще живой? Ерма Суслик. Так, пацаны, ну что, решается судьба? А я тоже живой. А ты тоже живой? Да, Кирюшка тоже смотрите. Живой. Трое. Но... Так, я вижу, куда стрелять. Чтобы разрушилось здание, надо сюда стрелять. Смотрите. Кирилла, тебе голову не жмет? Ух ты, блин, ну оно нет, так нормально. Закручивает ракет. Так, я хочу, чтобы быстрее разрушало, что-то долго разрушается. Стреляй в ножки. Дай. Да, в ножки. Ой, не надо. Надо, надо. А, ножка. Бум. Кто-то умер? Буду пополам нет. Стрелять, пацаны, только так я смогу выиграть. О, хотя бы вычислить, кто из них кто. У меня. А я вышел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как лагает. Они будут под завалами. Ну что, пацаны, решающий выстрел для вас. Сейчас кто-то из вас умрет, я говорю 100%. Смотрите. Бум. Это живой? Было мощно. Ну что, еще кто-то живой? Да. Да. А я не вижу, где только... они, где они. А меня Саня толкает. Вот, я вижу. Все, отходите, Саня... отходите оттуда. Дима, Саня читерит. Он меня столкнуть пытается монтировкой. А что ты попал. Такой сразу? Не я попал, тогда. Сейчас. Тогда подальше. Давай. Вот, все, решающий выстрел. Ой. Красиво. Ого, я улетел. Все, кто выжил? Кирилл Геймер. Кирилл Геймер, ты победитель. Давай. Смотрите, Кирилл Геймер, тебе достался вот такой вот ого. Разрушаемый объект. Он очень круто ломается, очень. Все, кто коснется земли, тот проиграл. Давай, Кирилл Геймер, покажи вещи. Хоть почувствую себя на месте, когда по вам обстреливают таким мощным оружием. Ой-ой-ой, красиво. Угош, смотрите, порвался один трос. Разрушение уже есть. Но мы живые. Форум, успокойся. Надо стой, Саня, иди сюда. О, Гусанёк, давай с нами лучше. Нет. Летит ракета. Ой-ой-ой, меня выкинуло со здания. Пошел пуск. Ой! По низу, а уже вверху. Один. А вверху никого нету, один да, по верху можно не стрелять. Как вы не а что вы так сидите? Это честно? Нет, это не честно. Я так сел, потому что другие сели и улетели. Ой, красиво разлетелось. Давайте так не садиться. Все, Дэн победитель, да? Нет, я еще. А где ты? Я не вижу. Где? Он в лифте катается. Если ты земли коснешься, то все. Так тут пол есть. Тут пол есть, вот. А, блин, ну это как будто вообще так, как бы низко очень. А, ну, вот. Че, жив? Да. Да. Он внизу там. Пучили. Так или прикольно висит здесь эта плита. Ух ты, все, блин, но... наша камера дернулась. Дэн улетел. Дэн улетел, все, ты победил. Вот это здание, кстати, эта базука может и не взять. Тут очень прикольный материал такой. Но мне кажется, оно его не разрушит. Давайте проверим. Дэн, как вы думаете, я сейчас не улечу с первого выстрела? Просто не хочется. Нет, я не буду с вами находиться. Я лучше отдельно профит буду. Профит вверх стреляй. Вот, пошла ракета, мы смотрим. Да что ж я улетел, блин, с первого выстрела. Разрушила? Да, разрушает любой материал. Очень крепкое, мощное оружие. Давай вставай, это нечестно. Вот еще пошел запуск. Да. Что там осталось что-то целое? Ой, плиты падают.
А, давайте по... А, вот ты подплю... Кто? О, нет. Ой, правда, Дэна. Чё, Кирилл Геймер, ты походу победил? А я еще живой. А, вот ЛТВ, да-да-да, кстати, да, вижу. Ну, а это уже кого он выберет теперь? Но... Аленся, оно не ломается. Он выбрал. Всё, ЛТВ, ты выиграл. ЛТВ, давай, покажи вещи. Что, сразу? Да ё-моё, сразу вылетел. Я же сказал, что он сразу разлетится. Ударной волной лупанул, а ну. Ой. Красиво. Так, ну я не знаю, пацаны, вы же внизу уже на деревянной плите стоите. Ну как бы не считается, все уже. А вот, у нас стекло. А вот у нас, получается, Дэн. Ой-ой-ой. Я выжил. Нету Дэна. Дэна снесло ветром просто. Так, и кто выиграл? Саня и Колбаскин. Блин, ну а как мы узнаем? Я еще живой. Они же, видите, как бы на полу стоят. Улетел просто в небытие. Все, есть, ладно, победитель у нас Колбаскин. Опять? Блин. Ну да, колбаски. На платформе деревянной. А что, ты Гусаня хочешь тоже, не получается, да, никак? Ну да, видишь, мне не получается. Не, ну если я он уступит дать. Тебе место, он может да, тебе... Да, да, давай. О, давай. Гусанек, давай мы тебе сделаем для того, чтобы ты радовался большую постройку, смотрите. Ура. Ого. Как ого. Тебе для разрушения пойдет? Нормально. Опять тут? Все, так, давайте хочу... по... Ой, как красиво здесь. Гусанек, давай, удиви нас. Так, сейчас хочу красиво сделать, отбегу на конец карты и там запущу ракету. Давай. Не надо. Блин, пацаны, куда же она прилетит? Мне интересно, сюда? Хоть бы я опять с первого выстрела не улетел вниз. Вообще не хочется. Давай, Дим, это проклятие фонаря. Нет, это не оно. Я буду с тобой стоять, чтобы и тебя унесло. Не надо. Щенок. Летит. Ты невезучий. Лети, да? Ладно, буду верить то, что компьютеры меня защитят. Нам весело, мы на лифте. Далеко? Компудахтеры. Да, мы на лифте катаемся. А, хорошо. Ой, блин. Она прям в лифт. Давайте прилетела. Посмотрим. Какие разрушения вообще. А, у меня тут все цел. Ух, это хорошо. Ничего не сместились, все плиты целые. Сами это опасно. Спеца. Ух ты. Ой. Блин, крыши нет. Кнопка сломалась. Она прилет был, пацаны. Чинить надо. Саня, ты специально. Да не, какой чинить, все. Небольшой сквозняк. А он что вы летит. Я, тут буду, я буду с тобой здесь, тут безопаснее. Ой, она прям сюда. Не сюда. Хочу от тебя вернуть. Еще ближе взрыв. Тихо. Ой-ой-ой. Еще ближе. Он там один стреляет или сколько их там? Уже нет куска здания. Ой-ой-ой. Гусоняк, мы тебя не боимся, дай тебя выйду, я его не боюсь. Где ты? Блин! Ё-моё, выкинула, блин. Залечу, залечу. Еще летит, пацаны. Он жестко взялся за это здание. Он его хочет полностью разрушить. Я еще давай, живой. Давай, хоть бы я долетел сюда. Ну, Санёк, а ты такой именно как с пулемета, да, фигачишь, я вижу? Я выжил, да, я выжил. Я пулеметом родился. Так, кто я остался в живых? Давайте, тут форум, уже победители. Форум? Да, он. Есть. Нас еще пятеро. А, вас я одеваю все, я вас не вижу. Я потом. Вставай, читер. Ага. Читер. А он смотрит девок, куда стрелять приблизительно. Ну-ка. Четко попал. Молодец, Гусанек. Красавчик. А я, кстати, еще живу. Ладно, что ты не вылетел? А вот чувак лежит. Ха-ха, на кровати. А я сплю. А ты нормально? Ничего, что тут обстрел идет? Все четко? Молодец. Я улечу подальше. Главное, не падать духом. Ты улетел, все? Да. Это было печально. Так, кто в живых остался? Мы еще пьем. Вот, я вижу. И так. Я остался еще живой. Уфло какой-то здесь еще. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Я упал на платформу, я могу остаться? Плита сдержит. А что ж ты делаешь, Гусанек, ты псих. Ага. Давай. Играть. Ой. Все пропы раскидала. Тихо-тихо-тихо. Так красиво. Подвинься. Блин, где... А, да, вот под плитой. Туда. Ох, вы хитрые какие. Гусанек, они тут. Он сюда кидает, он сюда кидает. Я вижу. А что за мной, ну что, дурачки? Ладно, я сюда полечу. Я случайно на себя, Дим, вызвал бомбу. Ну ничего, сейчас приземлится. Я сделаю так, чтобы она куда надо прилетит. Что, пацаны, живые? Да. Ах вы, блин. Вот вы где, я вижу. Тихо. А там еще слева, видишь, блок? Там тоже еще сидят. Ну да. Ой, ракета возле меня летит. Опять за мной? Нет, Дима, не сюда в этот раз. Ну ё-моё, у меня лагает. Но я выжил. Хорош. О. Капец она. Это что? Форум, давай.
Я для тебя поставил мега большую постройку. Покажи, как ее надо разрушать. Ну что, пацаны, нас дует с первого выстрела всех. Поэтому лучше вот тут стоять, где лифт. Ой. Ну дайте зайду. А как вы туда зашли? Это стекло, Дима. А как вы туда попали? Вот тут. Через вот сюда, сюда иди. Дима, сюда иди. Сейчас ракета летит, меня сдует. Летит. Блин, где жопа. Вообще? Есть, нормально, есть. Нормально. А где ракета вообще? Я не знаю, но взрыв был внизу. Просто в одну стену кидать. Ух ты, блин. Ого, загорелось. А что там? Да что это, стекло... Стекло. Отлетело. Хорошо, что здесь тросы, оно держит. Ну, Санёк, мы с тобой выживем? Блин, да. Ну, А, ты, блин, я думал, ты улетел. Вон он, стреляет. А Дэн сидит так спокойно. Ой, нет. Ладно, я проиграл, все, не спорю. По факту. Ой, победил. Фуфло победил. Ой. Ого. Ой-ой-ой. Это же то самое. Сейчас будет раунд, когда будет два человека стрелять джавелина. Это будет жесть. Мне кажется, это самый быстрый конец раунда будет для нас всех. И для Гусанька тоже. Да? Да. Ну давай, поехали. Саня, так нельзя. Слышу, ты пошла ракета, пацаны. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прилет. А ну все. Крыша, улетела крыша. Окно улетело, пацаны. Палич, лоб спит. Дим, видишь, где я? А как встать? Ух ты! Все. Блин, это было очень громко. Все разлетается. Так, будем здесь стоять на корточке. Ракета. Иди, я вижу, я вижу. На меня! О-о-о. Ну почему на меня? Ну почему? Вот это жесть! Кусок здания разлетелось просто. Смотри, летит. Но... Это было мощно. Как-то выжил. Фору. Че, пацаны, нормально вам там? Все живы или кто-то все уже? Нет, я вылетел, случайно вы нажал. Так, так а что тогда выиграл? Кто остался? Профит? По-моему, никого тут. А, я живой. Прятался. Все, профит выиграл. Профит, ты молодец. Ребята, сейчас будем стрелять все против одного. Там один человек будет выживать. Давайте, 3, 2, 1, выстрел. Смотрите, ой, что творится. Бум. Не, все, это без шансов. Все улетел, да? Да. Давайте посмотрим, что со зданием. Да стой, не стреляй, не стреляй. Блин, ну мы его неплохо так потри. Так, давайте еще раз отлетим и все одновременно стрельнем. Это красиво смотрится. Так, стойте, стойте. Ну не стреляй, ну кто там ненормальный? Да я буду стрелять. Все, давайте, целься. 1, 2, 3. Смотрите, сколько ракет летит сразу. Одна промахнулась, но такое бывает. Так, стоп, не стреляй, смотрим, что со зданием. Ну все, мне кажется, оно все, это просто... А, это кирпичи просто лежат друг на друге. Просто кирпичи, да. Финальные красивые кадры. Мы сейчас будем все восьмером стрелять в это здание. Давайте по кругу встанем, чтобы было эпичней. Так, 3, 2, 1, поехали. Бум. Так, давайте посмотрим разрушение, что с ним. Так. Так, ну еще как бы можно сделать еще парочку можно, красивых. Да. Давайте все стреляем по верхним этажам. 3, 2, 1. Как мы его с лица земли стерли вообще. Все отлично. Ой. Пацаны, молодцы. Молодцы. Ой-ой-ой, красиво. Так, стоп, пацаны. Я придумал кое-что. Это даже не я придумал, это придумал другой человек. Кирилл Геймер предложил, а чего не положить ядерную бомбу какую-то мощную? Ой, я не ядерную бомбу положу, я просто положу бомбу, которая его разрушит. Так, пацаны, кто хочет ее активировать? Активируйте. Я! Давай. Все, активировали. Ну так, только взрывайте же ее еще. Раз, два, три. Не, она не сработала. Вот, вот, о, теперь она сработала. Я знал, что эта бомба разрушит здание. Она была, кстати, не ядерная, она просто очень мощная. А что с ракетой Джавелин? Там она что-то это расстроилась, что не может разрушать. Смотрите, сколько отходов от здания. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Красиво. Пока. Всем пока-пока.